глаза напротив калейдоскоп. Учеба студентов. Смотрите, я сам принцип. Я готов предоставить несколько, сейчас 1000-2, а могу и 5, и 10 тысяч таких фотографий. Вот. И студенты, которые будет большой экран, будет экзаменационная комиссия, вот ему скажут, ну-ка, очередная вот такая, раз, а теперь вот там пару минут, пожалуйста, прокомментируйте фотографию, можете получить двойку, например, сказать, ура, здесь все сделано правильно, обрезка на кольцо освещена веками, крутейшими именами, вот, и вот эти вот имена и сейчас современными докторами и кандидатами, вот. Тогда его спросят, если там будет нормальный член комиссии, уже как бы новой волны. Я же говорю про будущее. А какого хрена ты вот это выросло? Ведь если бы он не отрезал бы ветку, хозяин, а это мой сосед, я могу это дерево вам сейчас показать. Если бы он не отрезал бы эту ветку, вот это бы не выросло. А другой студент, что бы сказал? Он бы сказал так, вот это была совершенно страшная ошибка. Страшная. Дерево получило страшную рану, тем более это абрикос. Вот. Как могло, попыталось восполнить потери из-за этой страшной раны. Вот такой должен быть ответ. А не обрезка на кольцо, а все остальное неправильно. Вот. И вот таких фотографий, ну, можно добавить, что здесь никогда не перекапывалась почва, только косится. Вот видите, вот эта вот сухая трава, вот она везде просто. Это и есть пища дерева, плюс еще потом накроет толстым-толстым слоем листьев. Это и есть вся пища. И это много десятки лет, и ничего. И это дерево, кстати, дает 15 ведер. Давало, когда заморозки не влияли. Не такое же большое. Вот так примерно это я где-то когда-то зацепить, чтобы кто-то какой-нибудь молодой парень сказал, отцу, отец академик или замминистра по науке в каком-нибудь министерстве. Вот. Бать, посмотри ему, или там это, дядя родной, или там это. Дед, посмотри, что делается-то. Вы понимаете, человек объясняет вроде все по уму. Почему же у вас тогда тимирязевки-то учат эти, как калечат деревья, если верить вот этому Валерию Сережевичу. Я все жду этого, жду. Вот. Ну, естественно, что еще одно приготовил студентам. Это вишня, должен сказать студент. Вот, если еще не угадает, что это вишня, тогда вообще нахрена он выходит из института, если он не скажет, если ему скажут наводящий вопрос, допустим, промолчал. Не знает, а что это за дерево? А что за вид? Не знаешь, пошел нахрен. А, и скажет, вишня, а, ну вот вишня. А тогда, значит, это не просто вишня. Это не семечко, семечко у него был бы нормальный корень, уходил бы глубоко вниз, а это корневая отводок. Вот. Это пуповина, вот она. И когда она приживется, она дальше пойдет, дальше. Ну, наверное, вот, наверное, я вот здесь отрубил. Скорее всего, пуповина была справа. А вот здесь, вот видите, вот тут вот раз корешок, он мог вылететь на следующий год, если бы я не выкопал. Вот здесь корешок. И так получится, то вспоминаем. Вот. Будем ли мы смотреть еще раз? Ну, вот можно посмотреть. Вот она, видите? Десять добрых десяток вылезло из земли. Вот. Вот это должен сказать студент. Почему это надо знать? Во-первых, далее я был на Северном Кавказе, в городе Майском. Вот. Моему тесте, ветерану войны, дали участок. Ему и еще другим ветеранам. На болоте. Когда он выкопал колодец, после колопаты стояла прекрасная вода, то есть можно было не нагибаясь, зачерпывать и пить. Ну, если бы, конечно, она была питьевая. Вот. Вишни все равно росли. Ничего не росло, вишни росли. Поэтому студент должен все сказать. Вот. В местах близким к залеганию. Вот. Лучше этого нет. И на ней можно привить черешню. А? Можно привить сортовую вишню. А? Вот это, к этому я стремлюсь. Это я уже не раз показывал. Ну, правда, давненько не показывал. Супер фотография от этого, которую мне подарил Николай Иванович Курдюма.
Вот. А то, знаете, как делают? Это ужас какой-то. Вроде специалисты. Берет рисунок, как подушка. Копать же он не станет. Это явно кто-то выкопал, да? Берет рисунок. Вот так вот. Вот это же крона, да, только он перевернул. А теперь берет вот тут вот. Перерисовывает точно такой же, только вот эта половинка смотрит вниз, и она же смотрит вверх и говорит, вот такие кроны, повторяет форму какую-то, вот такие корни. И вот эта дурь, вот. А если не знать правду, не знать, какие настоящие корни, а зачем тогда вообще в институт идти? Вот. Мне пригодилось, может, когда-то пригодится всем. Вот эти корни едят, вот эти корни пьют, вот эти корни грызут минерал. Мне никто этому не учил. Но есть такие вещи дураку понятно, только получается, что не каждому дураку. Письмо от Белова. Так. Уважаемый Олег Константинович, хочу купить косточки абрикосов и слив. Меня зовут Белов, 41 год, живу на Дальнем Востоке, Амурская область, Благовещенск. Благовещенск располагается на равнине северо-запада и Сопки. Это очень важно. На Сопках располагаются дачные участки. Чувствую, что у нас все одинаково. Недавно купил такой участок. Так как выбирал для сада, внимательно смотрел, что растет. Вот. Оказалось, на сопках благоприятные условия для абрикосов уссурийских слив. Самостоятельно развиваются семенами. Одичавшие абрикосы уссурийские сливы, войлочная вишня, конкурируют даже с местными, вытесняют другие деревья. Среди абрикосов встречается 5-метровая, вполне съедобная, на вкус сладковатая, с кислой, терпкой кожурой. Вот, сейчас, секундочку. На равнине тоже встречаются абрикосы. Вот видите, какой я внимательный. На равнине тоже встречаются абрикосы, но корневая шейка у них многих повреждена и покрыта грибами. Вот. А теперь почувствуйте разницу. Все, не могу читать, у меня столько писем. Вот. Это потом, кому надо, повнимательнее. Можно же потом еще раз открыть этот ссылку, еще раз почитать, полистать. Вот, стал замечать, что растет лесу. В общем, к сожалению, не могу все читать. Самое главное, что вот они, абрикосы, которые, похоже, никто не садил. Вот это. Вот. Вот они. Это сопки снято, видите? Вот они. Это еще не все. Хочу обратить внимание на то, что там очень бедная почва, посеян песок, но абрикосы отлично не растут. Вот. А то, что я видел, они как, вот когда показывают, это довольно часто по телевизору, вот посадите там саженец, и уже никто никогда не скажет, что вот все, что вот сейчас посадили, насыпали туда перегною, долмитовой муки насыпали, суперфосфат туда насыпали. Вот, привезли землю жирную со стороны, потому что она была, нижний слой был в суглинах. Вот они ее раз оттуда, а это, они создали все условия, чтобы погибли абрикосы. Ну так, если ты специалист, ну так скажи, это я для яблони, а абрикосы ни в коем случае нельзя, потому что человек, он принимает все за чистую монету. И потратит столько времени, чтобы загубить те же абрикосы. А вот нормальный человек, вот он. Хочу обратить внимание на то, что там очень бедная почва. Почти один песок. Абрикосы отлично растут. И даже когда их не садят. Вот, полюбуйтесь. А это все как у нас. В моем краю, там краю. Вот оно.